А вы знаете, как испечь обыкновенный морковный пирог да так, чтобы он был с изысканным вкусом, к тому же красивым и нарядным? Лето. Самое время для таких пирогов, впрочем, этот пирог всесезонный. Испечь пирог с морковью очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Вносите свои нотки в этот пирог, это могут быть изюм, орехи, корица, какие-то другие вкусы и ароматы. Пирог от этого будет иметь только ваш оригинальный вид и вкус. Досмотришин вида, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Для опары смешайте теплую воду, молоко, 1 столовая ложку сахара и 1 столовая ложку муки, оставьте на 15 минут. Смешайте в отдельной миске яйцо, соль, растопленный маргарин и 1 столовая ложку сахара. Добавьте яичную смесь к опаре. Вкуснее тем, кто подпишется. Просейте муку, заместите тесто. К тесту добавьте растительное масло и вмешайте его до полного соединения с тестом, поставьте в теплое место для брожения на 1,5 часа. Морковь натрите на терке, положите в сковороду сливочное масло, морковь, ванилин, щепотку соли и оставшийся сахар. Потушите морковь до полуготовности, в конце добавьте чайную ложку рома. Ром – ингредиент не обязательный, но он придает начинке шикарную нотку. Рабочую поверхность стола припылите мукой, выложите тесто и разделите его на 2 неравные части. Раскатайте в пласт большую часть теста, переложите на лист для выпечки, сделайте небольшие бортики. Выложите начинку, разровняйте по всей поверхности. Раскатайте вторую часть теста, если есть узорный валик, нанесите им на тесто насечки, если валика нет, то можно просто сделать проколы вилкой, но уже потом, на пироге. Уложите верхнюю часть теста, оформите красиво края с помощью конца вилки, поджимая пальцем и вилкой в виде волн. Взболтайте яичный желток со столовой ложкой молока. Смажьте пирог перед выпечкой смесью желтка и молока, выпекайте при температуре 180 градусов, примерно 30 минут. Пирог получился нарядным и очень вкусным, а благодаря добавлению рома, начинка приобрела необыкновенно изысканный вкус. Ставьте чайник и зовите к столу своих родных. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Мюка. 400 грамм, яйцо, 1,5 штуки, 1 яйцо, в тесто, 1 желток, для смазки перед выпечкой, дрожжи, 20 грамм, свежие, прессованные, соль, 1 чайная ложка, 0,5 чайной ложки, в тесто, 1 щепотка, в начинку, сахар, 100 грамм, 2 столовые, в тесто, остальное, в начинку, молоко, 160 грамм, 135 грамм, в тесто, 25 грамм, для смазки перед выпечкой. Вода, 25 грамм. Маргарин, 40 грамм. Масло растительное, 20 грамм. Ванилин, 1 штука, пакетик, в начинку. Масло сливочное, 50 грамм, в начинку. Морковь, 500 грамм. Ром, 1 чайная ложка, в начинку. Количество порций, 6-8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Жду вас снова.